Все, уже одевается, Лех? Угу. Так, мы сейчас пойдем на прогулку. Давайте, Лех, ходи на перчатки. Чтобы съехать, пока ты спросила. Давай, перчатки одевать. Ой, перчатки, давай, стой. Такие, что очень сложно попасть здесь. Попал? Да. Положи, положи, положи. Да положи, положи. Давай второй одевать. О, блин, это яйца. Давай, суй. Положи, суй. Суй. А потом еще. Попал? Да. О, да когда на улице рух? Никогда, только... Ну, пойдем. Лёш. Кармашек, молоди. Знаешь, у меня кармашек сейчас будет за километр выпирать. Она большая. Как я запихну? Ну что это, Лёш? В руках не понести, что ли? Что, руку, Лёх? Это же... Где у него штука-то? А? Резинка-то где? Ну, птичка надо было покормить. Так, решили зайти, как говорится, в магазин. В народе дешевый называется. А? Нет. Я говорю, в народе называется дешевый. А так он вкусный мир. Да. Что нет-то? Давай руку здесь скользко. Наверное, по карте нельзя, да? По рыбе есть. Что, снимать перчатки, Лёха, надо? Не надо снимать. Он уже снял. Лёш, подожди. Есть? Языки-то здесь есть? Ой, не знаю. Может, тут языки решили? Вообще никогда. Но. Не видно, да? Печень, разгон, ладошки. Наверное, нет, там уже рыба. А? Тут уже рыба. Ага. Монтой, горбуша, монтой. Так, сколько тут? Вот из этого набора хорошо сухарится вот этот. Угу. Рыбный. Вкусно, очень. Все, по карте здесь, наверное, все нельзя. По-прежнему. У вас только наличка, да? Нет, по карте можно. Да? Ну, он даже говорил, что можно. А я тут раз спрашивал, мне сказали. Ну, что будем брать? Я не знаю. Надо что? Здесь что у нас? Может, тот набор возьмем? А? Тот набор, может, возьмем из рыбы? Ну, возьми. На суп. Здесь надо что? А? Здесь что, надо еще? Да не, наверное. Ну, давай семечек возьмем. У нас же есть. Покормим. Там. Но сейчас с собой нету. Угу. И пакет семечек еще. Так, а рыбу вот там брать, да? Не-не, давайте брать. Там рыбный набор у вас. Вот за 161 какой-то. Я сейчас не взяла.
Так, пакет еще. Большой, да? Да. Все? Все, да. Кто последний? Больше нет, да? И все, по карте будет. Пойдем. Угу. Ой, Леш, аккуратно. На, сложи пока. А? Сложи. Ага. Работает. Угу. Спасибо. Пойдем дальше. Будем перчатки одевать. Yes. На улице холодно, давай одевай перчатки. Перчатки давай. Давай машину в карман. Давай машину в карман? Так. Ну иди. Ладно, иди так. Замерзнуть попросишь одеть. Дай перчатку? Не надо. Давай пакет тогда. Да пронесу. Давно я хотел этот магазин снять на память. Пойдем туда, Леш. Давай руку. Ага. Теперь идем в Ермолино. Легкие пельмени купить. Давай перчатки. Видишь, я в перчатках. Ну ладно, смотри. А на обратном пути в КБ за яйцами, там дешевые вроде как говорят. А то я вчера смотрел, по 109 самые дешевые. Вторая категория. Самые такие, магнитовские. Что это за цены такие? Если первая или нулевая, то там уже 140 будет за яйца. А летом они по 50 стоили. Дешевые. По 60. Так, зашли до Ермолино. Посмотреть, что есть. Посмотреть, что есть. Черри, сорти, смотри, какие-то белые. Черри. Что? Черри. А-а-а. Помнишь там? Белые. Белые, зеленые, черри. Виноград какой большой. Да, надо бы Лёхе знать будет. Так. Наверное, это сначала пельмени. Самый можно. Дорогой. А, вот самый дорогой. Хурма, бычье сердце. Тут уже конфеты. Грамм 600 ему возьмешь сюда? А? Грамм 600. Ага. И вон их. Они справа там. Правее туда. А, там? Да. А тут, наверное, нету. А мини с кроликом? Нет. Нету, да? Давайте тогда вот те мини, грамм 600. Давайте поменьше носить. А? Поменьше давай. Не, я говорю мини. Грамм 300, а, говорю. Давайте грамм 300. Давайте грамм 300. Все. Да он их плохо будет есть. Эти. Да он нормально. Все. По карте. Да, вышло на 139. Леша, угу. Выходи. Спроси там, какие без косточки. Леша, иди сюда. Тут можно переводом. А? Переводом. А-а-а. Ну, переведешь. Здрасте, а какой у вас виноград без косточек? Кишмиш только. Да? Угу. А большой с косточкой, да? Большой с косточками, да? Которая... Да, крупный, с косточками. Ничего не было? Не знаю. Хочешь, возьми.
Куда пойдем? Давайте, знаете, кишмиш, грамм 300. Сейчас пойдем. Мама уже звонит, говорит, что тебя до сих пор нет. Говорит, может, ты встать не можешь. Ага, у тебя, Леха, руки не замерзли? Нет? Может, тебе печатки, Леха, ходить? Не надо? Сейчас мама купит и пойдем. Пойдем туда. Да. Вон тут можно этот самый. А? Это самый. Стоит же там этот. Ну я вижу, да. Просто здесь видишь, написано перевод. Не, ну лучше вот так работать. Ну да. По карте будет. Знаете, Леха, я на печатке. Замерз, замерзли руки? Так, сейчас, секунду. Сейчас мама купит. Спасибо. Ну пойдем, куда ты хотел, Лёха? Перчатки одевать. Давай оденем. Давай одну оденем. А? Пойдем, куда ты хотел туда. Он, наверное, хочет тот ларёк, да? А? Тот ларёк, наверное, хочет. А он закрыт, кстати. А куда он хочет? Не знаю. Пойдем, Лёша, вот туда. Сейчас там обойдем. На сегодня тебе хватит. Тем более без перчаток. Служить идет, конечно. Не поднять. Нет, черека не пойдем больше. У тебя там дома глаз есть. Давай руку пойдем. Да. Угу. Вот, все-таки чайка. Нет, это он белый. Белый голубь, да. Они голодные. Голодные, сейчас будешь кормить. Леш. На, только много не сыпь. Купили в дешевом семечки. Сейчас они быстро выйдут. Ты кидаем в разные стороны. А то они там друг на друге сидят. Из пачки сыпь. С другой стороны сыпь теперь. Еще сыпь. Да вот так, Лех. Смотри, вот так вот. Лех, вот так раскидывай. Вот так вот, да. Вот тут им насыпь, Леш. Вон там. Вон там. Ты вот так рассыпывай. О. Вон туда. Вон там. О, места сколько. Да? Всё. Там еще. Ну куда, Лёш, мусор надо. Иди вон туда, в мусор кидай. Полкило семечек ушло. Все.
Чё? Четыре Галкина ботинка. Вон, нашли. Один. Не пройти. Нашел. Да, не второй пройти. Второй нашел. Все найдено. Может, не бояться, что он сейчас что-то не найдет. Смотри, тебя немного. Ага. Все, Леш, пойдем. Пойдем, Лех, покормил, молодец. Пойдем. Еще кормить тут, да? Угу. Давай, я догонялась. Да. Лёх, суп будешь есть, суп? Да. Ага. Ну, залезай. Здрасте. Новая, ну, да. Кроссовки новая, смотри, как у папы. Не нравится тебе? В магазине. Сейчас зайдем. Вот что мы купили: Лехе виноград, кишмиш, без косточек, пельмени за 230. В общем, мы покупаем за 430 кроликов, но их не было. Взяли вот такие. Две селедки в дешевом, вот такой набор рыбный для ухи, сверхзамороженных. А сейчас мы будем, Леха будет суп есть, у него греется. А мы что-нибудь сейчас перекусим из вчерашнего. Роллы остались. Немного, правда. И все, наверное. И йогурт. На, вот тебе иголку аккуратно. Вот так вот сюда ее втыкай, аккуратно, острым концом. Да, вот так вот. Нет, и вот так медленно, медленно, медленно. Вот так вот, да, и вот так. Я не боюсь этого. Да. Все, давай, иголку. А, вот еще один, да? Ну давай. Последний. Все, Леха. А ты пугался? Я нет, а ты? А я тоже нет. Ты скоро будем готова? Ну, это да. А вообще есть? Ну да вон там еще лежит. Макроволновки. Они хотят создать большой. Потом пропускать надолго, да? Давай.
Че? Можно пельмени хочешь сварить. Яиц нет у нас. Яйца мы не купили. Да какой-то щит. Мы потом в дом зайдем. Вон там Леха есть. Леха будет есть. Ну потом. А там санки в доме потом возьмем. Будем кататься на йодах. Будем кататься на йодах. Сначала на велосипеде покатаешься последний раз. Нет. Сегодня. Потом на санках будешь кататься. Покатайся на доме. Покатайся на санках. Дома покатайся на санках. На санке зеленого гостя уйдет подарок и будет купаться. Так, все-таки ты машину дома оставишь. А как ты с ней поедешь, Леша? Лех, на велосипеде поедешь. Тогда без велосипеда. Леша. Лех, все, пойдем, жарко то. Тебе, Лех, перчатки не нужно надеть? Не надо. Не замерзли нет. Руки? Ты а? Не иди за головку. Не, она спит уже. Пойдем? Туда пойдем только. Вот и магазин. Там, Лех, жарко в красном магазине. Ну, пойдем. Так, через дорогу переходим. Все, глухай, нельзя. Давай пока мне эту штуку, чтобы в магазин без нее идти, Лех. Дай сюда. Эту. Дай. Так, я в карман положу. Снег грязный. А вот здесь тоже. Ага. Снег. Кого на снег? Холодный. Мою машину. Мою. Мою, мою, мою. Что за тряпка-то? Сейчас баба нам Лёха принесет. Ой! Что бывает? Собачка лает. Что бывает? Прекрати! Надо прекрати! Да, надо так говорить. Прекрати! Ой! Прекрати, да. Прекрати, я сказала. Прекрати. Я ты был на завсёнке. Да. Я ты ел. Ага. Спасибо, баба. Я на завсёнке. Колёса. Колёса? Чё колёса? Колёса, на колёсах стоит. Ага. Давай кататься. Сейчас. А где колоса? Че открутить-то? Они ж легко там. Где-то мамуся здесь. Я сейчас. Где-то да. Мамуся. Держишь? Ой, Лёха, чуть не упал. Лёха, перчатки одевать. Да, давай. Где перчатки?
тут. Пока, ворога. Пока. Вкусно? Да. Тоже пойду тогда поем. Так, пока мы с Лёхой гуляли, тут приготовились котлеты. Ну хватит. Может, Лёха поесть еще, то он там плохо поел. Продолжим? А? Что дело? Подвинуть. Куда? Чтобы не мешал. Я скажу на старт на мой марш. Не поворачивайся. Так, на старт внимание, марш. Хромала трубку дает? Да? Трубка хромала? Что опять начинается? Мы не успели включить. Я не могу. Что ты можешь? Давай, давай. Абрам, что делать, Лёх? Сиди, сиди. Сидим. А то сейчас выключим мультик. Не надо убирать руки в своей двери. Лёш! Машина? Машина? Руки убери сейчас. Тогда. Сиди спокойно. На машину тоже. Не надо. На это. Вот, бери мне руки свои. Не надо. Не надо. Так, убирай руки. Немножко надо, Лёх. Ну? Стирай, давай. Мы не давай. Будем точно щелкать, Лёш. Всё. Так не обмажется. Вытер? Давай. Садись нормально. Подвиньте туда. Вот. Последний раз. Я не буду щелкать, то есть. Старт на маймарш. Всё, сидим. Я скажу, когда вы. Сегодня у нас котлеты рыбные, гречка и селедка. Экстер? Да. А, давай. Вот здесь где-то готовые. Угу. Если пойду в азон. Пришел ремкомплект. Давай, дикари будем. Можешь в яйце зайдешь, посмотришь. Пятерочку вам этот? Ну, КБ? Не зайду. А то это... Лёша бывает есть. Угу. Давай садись. Тоже бульончик остался. Давай. Пришла посылка. Ремкомплект. Я здесь смотрел, нет? А, я забыл. Сейчас пойду поставлю, потом схожу. Я думаю, успею. Недолго ставить. Это у нас для машины ремкомплект на газовую рейку. Вот она мне разобранная здесь, но не видно лежит. Сейчас будем менять и пойдем ставить в машину. Вот оно, 4 штуки здесь пришло. Такие вот сердечники. А вот то, что у меня. Вот в таком виде вся черная, прожатая уже резинка. Как будем ставить? Вот я их поставил в колодце, вот эти сердечники. Вот он даже, если посмотреть по новым, вот это вот уплотнение, допустим, без деформации. И вот тут резинка стоит, а на старых, вот допустим, какая вот тут выработка. И тут даже не видно, что какая-то резинка есть. Вот тут. То есть она совсем не работала. Либо пропускала газ, либо перепускала. Вот. Сейчас собираем все на место. И идем ставить в машину. Тестировать. Если она, конечно, не замерзла у нас машина. Вот. Все 4 на месте. Собрал рейку. Вот у нас колодцы, в них стоит шток, который я поменял. Тут сопла, откуда уже газ выходит, когда открываются эти колодцы.
эти колодцы втягиваются с помощью вот этих вот катушек. На них подается напряжение 12 вольт, и из-за индукции металл примагничивается к основанию. Вот тут регулировка у основания есть, очень серьезная штука, чтобы газа поступало именно столько, сколько надо. Вот они здесь накручены, каждый из колодцев. Вот примагничивается то, что я поменял, создается отверстие, по которому вот газ отсюда идет и поступает уже в каждый цилиндр. Сейчас ставлю катушки и иду в машину. Для начала нам надо машину почистить от килограммов снега. Вся машина в снегу. Такая погода сегодня. Ну вот и все. Машина уже работает на газу. Пока никаких подстраиваний нету. Вот наша рампа стоит. Движок работает ровно. Надо будет потом проехать. Посмотреть. Пока что все отлично. Даже по выхлопу, кто смотрел старые ролики, наверное, знает, я записывал, как раньше на газу работало и как сейчас. Все, машина теперь справна. Пойдем лысого кормить хотел. Пойдем? Мне мама обижает. Мама обижает? Ну все, все. Мне некогда лысого кормить. Пойдем кормить. Вот я готовлю дверь. Сейчас. И лысого кормить. Сейчас, отойди пока. Я открою. Бабушка уже и шучую. Сейчас я тебе, Лёх, насыплю, будешь им давать. Давай, по одной кидаем. Ой, Масса остался без еды. Два. Давай, два. Бабушка тоже не перевезил. Ну, здорово. Спасибо. Дыхи в нос попали. Дыхи? Какие голодные коты, там, какие голодные. Чего заплатилось? Все? Пускай сначала сидят, Лёх. Смотри, как они кушают лучше. Все, а потом еще дай мне попкорн. Да. А голова их сидит. Это кошачий корм, Лёх, а не попкорн. Твой кошачий корм. Какой. Смотри, я всю грязь. Это ловил. Сядем вот такой вот. Настя, ты еще здесь? Я там тебе перевел. Там тебе перевел я. Вот так. С Яндекса. Закрыл. Алло. Алло. Чё? В белом 100 рублей яйца. Первая категория. Где? А? Где яйца? Красно-белое. А, ну бери, чё, дешевле нету. Да? Да. Сколько? Сколько? Ну, один давай. Десяток. А. Ну, ладно. Давай. Ну, пока. Попить? Сейчас. Молодец, Лёх. Пошли домой. Это мой классный котик. Кодик сидит. Кодик сидит? У него второй раз. Ты в Дикси заходил? За батоном там же нет. А, там уже должен быть, как бы. И пару видов булочек. Так, там тебе кофе. Знаешь, что я нашла? Чёрт.
Там, правда, еще какой-то тверточку валялся, но не стал смотреть. Муку. Кто это? Поселок хороший, мой любимый детский сад. Осень, 17-й год. Угу. Валялись. Угу. Давай. Вот этого. Что там Леха-то уже взял что-то? А? Муку, которая... Нормально будет. Да? Просто такая одна. Он не то, что надо наесться. Сосиской? Сосиской? Да. Так, сейчас посмотрим, что там купили. В КБ. Зипси. Так, булочки. А в Зипси есть тоже пирог категории, самый дешевый 104. 104 самый дешевый? 104. Вот такие супер дорогие яйца, 100 рублей, самые дешевые, что есть. Так, что тут еще? Это, я так понимаю, из дома, да, Лехи? Уж вот это кому предложи, посетнее. И папе попить купили. Сок 137 рублей. Вот сок дешевый. А яйца дорогие. Баба дала тебе, Лех. Погреть-то никак было, Настя? Сейчас погреем. На, Лех, ешь. Не могу. Чего не можешь? Давайте буду кормить. Чё? Баба гостила. Баба? Гостила, да. Ну что, Лёх, поедешь кататься на машине? Ну что, потом. Потом, ты же хотел. Мультик смотрит, интересно. Мультик? Да ты пошёл я пока, ладно? Куда за машиной? Куда поедем? А? Просто надо проверить, как работает машина. Куда-нибудь. Там ВТБ бонусы не пора? Использовать. 300? Чуть-чуть не хватает. Ага. Пускай начислят еще. Вот 500. Ну, чуть-чуть осталось. Баллов 5, может, не хватает. Ага. Ну, начислили уже? Все, 494 бонус. Ага. Так, ну я пошел туда. Угу. Пока тоже можешь пособираться, что? Вот я поил. Это санок стекло, Лех. Снег растаял. Я сяну стекло. Снег мотаю. Ага. Сяну стекло. Снег мотаю. У меня есть игрок, я его. Тебе надо сигареты покупать? Да, да, купи блок. Блок или два? Денег нет, уже блок. Блок давай. Да, ага. Пока. Так, значит, поедем с сигаретами. Я сигарет успею. Мне нужно. Давай. Ты не жарко, Лёх? Нет. Папе жарко. Не жарко. Ну ладно. Мне тоже не жарко. А? Мне тоже не жарко. Ага. Чё ты, Лёх? Куда столько тележек? Тележек. В магазине ни одной, что ли? Да? Угу. В магазине. Куда столько? Он только в магазине нет. Вот там у вас нет. Вот это корыто меня бесит. А? Это корыто меня бесит. Оно тут на днях. Гудела во дворе. А? Прямо это? Именно это, да. Я запомнила марку и цвет. Ну, тут так скользко сегодня. На днях оно орало во дворе так пару дней, что можно было оглохнуть дома закрытыми окнами. Ты где шел чуть? Есть, нет, есть.
Леша еще спал, хотел свой по морде дать. Не, я имею в виду полностью. Зачем? Жарко. Да? Ничего не жарко. Слышишь меня сегодня, нет? Ничего не жарко. Да чего ты взял вообще? Если тебе жарко, не значит, что остальным жарко. Сейчас он спарится, он во всем зимнем помещении. Поехали, Лёв. Мне ни грамма не жарко. А? Мне ни грамма не жарко. Уходи в куртки. Ну, поехали дальше. Бананы сколько стоит? Поехали туда. Прямо. Просто пройти, если бы хотел. Каких пакетов? Голени. А? Еще каких пакетов? Я таких еще не видел. Сокус вообще что стоит? 189. 975. Надо. У нас в этом Волгоградском мужчине тоже дорого. Если хочешь, можем доехать. В Дмитрогорском? Да. У нас вон под носом есть. А? У нас под носом в Дмитрогорске. Там мяса что-то не видел. Ну или как? Дмитрогорске, а там походу. Я нужна тебе или нет? Никого? Все, давай, до завтра. Ну, наверное. А? Там и тот вроде есть. Ну ты поняла меня? Наверное. Че, она не едет, Леш? Там яйца-то есть, что? Чего? Подожди, Леш. Три десятка, если дешево. 89. 89, первая категория. Нулевая. 9 нулевая. Так. Вот эти стороны, это Ивановские. Их не посмотреть. 109. Нулевая тоже. Чуть-чуть упали цены, да? Упали? Ну, слегка. Топленое молоко. Как хочешь. Я бы сейчас что-нибудь попила бы. А ты не буду от себя? А ты? Я возьму. Пока посуду два. Ну, возьми. Это молоко топленое, ну, одно долго. Такое ты будешь много. Ну, поэтому оно и не в холодильнике стоит. Так, давай, Лёх, сюда. Положим, аккуратно тут, спирядная. А какие-нибудь добавки? А? Ой, она стеклянная, Лёш, давай. Что-нибудь другое положишь. Чё бы сейчас попить? Выберу что-нибудь. Thank you.
год по 10 рублей. Можешь не бегать. Ну, так-то 20 стоит. Может, не может это взять? Лёха, не бегай. Холодный чай какой-то появился. Ну, раньше был. Я не видела. Я же не хожу по магазину. На, клади. Только не кидай. А то разобьются. Аккуратно клади. Легковушки у нас. Алло. Сереж, как мне войти в компьютер, блядь? Вот пишет мне другой пользователь. Надо ввести свое имя какое-то, там у тебя было. Имя? Да. Как на там русском? Ты? Нет, как по-английски там. Как это мы зовут там тебя? Я не знаю. Это тебе надо обращаться к этому, к специалисту. По-другому нельзя будешь войти? Нет, нет. Ну ладно, давай. Да. Ну что, тут подешевле вроде, да? Блин, детки. Язык подражал, Лёха, видишь? Вон язык, Лёха, видишь? Язык. Нет, не видишь? Грудинку не можем брать? Ну как хочешь, бери что-нибудь. Сейчас, так, мама, можно посмотреть, пойдем? Можно посмотреть окорок? Где поменьше имя? Жира? А. Все такие, да? А если карбонат? Есть что-нибудь такое? Тут я, Лёх. Куда? Давайте пойдем. Такой. Что ты там хочешь? Мороженое такой там, давайте. Холодно уже. Холодно. Давайте. Хватит. И грудинку. Мороженое уже ли холодно есть? Можно вот, которая ребрами торчит, посмотреть? Он холодный, Лёха. Ну, давайте такой. Заболеешь. Будешь кашлять. Сколько ты мне перевел? Ты хватит? Там я тебе не помню. Тысячу чем-то перевел. Все? Здесь? Ну, все нормально взяла? Да, наверное? Да, все. Нет. Пойдем на улицу. Будешь здесь сидеть? Пойдем. Спасибо. Что? Машину? Сейчас. А сколько вышло? 877. 877. Вот это еще какая хорошая лапка. Это грузинка. Ага. И три таких куска. Еле заехали сюда. Только УАЗик может остановиться теперь. Сейчас, Лёх.
Попробуй, наступи на фонарик. Нет. Не будешь? Нет. Вот так. Нет. Вот так. Шея, поезжай, на шею. На шею? Красиво снег падает. Да. Тебе не отпечаток, что ли? Сейчас приедет отсюда. Давай ручку, сейчас будем папу ждать. Сейчас он туда приедет. Нет, я хочу собаку. Чего хочешь? Собаку, угомоняйся. Собаку? Я собаку! Пошли ходить за фонариком. Фонариком ходить? Потом! Мне не нравится. Что тебе не нравится? Я не хочу. Ну давай здесь будем папу ждать. Сейчас он сюда приедет. Я хочу. Что ты хочешь? Собак. Где я? Прости, прости. Сейчас я приду дальше. Тебе понравилось кататься в машине? Нет. Не понравилось? А что? Холодно? Да. А-а-а. Будешь кушать-то? Да, суп. Чё? Суп. Супа нет, есть. А, суп есть. Курочка еще есть, Лёх. Курочку не будешь? Пельмешки? Не курочку. Курочку? Да, сейчас курочку принесем. Суп и курочку, да, будешь? Да. Сейчас мама тебе принесет. Вот что купили. Мясо на 870 рублей. Такой кусок. Корейки. Молоко топленое. И попить.